вот они, пятнышки, да? Какие красивые пятнышки, желтые. С начала этого года при Дворце культуры «Энергетик» начала работать изо-студия для малюток «Каляки-маляки». Она открылась для малышей по инициативе Юлии Кузьминой, которая является руководителем изо-студии «Синий кот». Для каждого возраста здесь разработана отдельная программа. Если самые маленькие пока могут только оставить на листе бумаги следы от пальчиков, то 4-летние дети здесь уже рисуют круг, а 5-летние – более сложные фигурки. Во-первых, развивается моторика, это речь, это связано с мозгом. То есть у них начинается более точными становятся координации. Особенно вот мы связываем, я и лепку связываю, и аппликацию немножечко. Почему? Потому что если каждый что-то имеет свое значение. На показательное для журналистов занятие пришли, а вернее принесли мамы только двоих художников – Агату и Арслана, которым всего по 11 месяцев. Как говорит руководитель, строгого учета посещаемости нет. Слишком уж капризная возрастная категория. То зубки режутся, то уснули не вовремя. Тем не менее, студия очень популярна у заинских мам. Кроме развития малышей, тут можно еще и пообщаться с пользой. Елена Маврина, Юлия Ершова. Новости от Татарстана.